рабочим названием НИПО. Этих проектов много, да, на сегодняшний день. Значит, что мы хотим сделать? Значит, это создание социальной сети. Это функциональные особенности этого проекта заключаются в сервисах для председателей УСБГ, инициативных групп, для городских властей, для подрядчиков, для рекламодателей. Я как председатель одного из огромных домов в Днепропетровске, одного из сложных домов, мне, как председателю, как инициативной группе, мне негде обучаться, мне негде искать информацию, мне негде искать подрядчиков, мне негде коммуницировать. Реформирование ЖКХ поставило людей в проблему решения вопросов организационного и бытового характера самостоятельно. Наш проект проводит, позволит жильцам домов получить возможность организовать ОСМД, получить консультации, осуществить контроль деятельности ОСМД. Это своеобразный коммуникатор между властями, жильцами и подрядчиками. ОСБГ на сегодняшний день должно стать гражданской позицией и, так сказать, миссией. Это также своеобразная тусовка, в которой будут проявляться активные люди из гражданского общества. Это возможность организоваться снизу. Это те люди, которые находят, искать людей активных, которые смогут проявлять активность. Наша команда. Я уже сказала, что я являюсь председателем, я знаю все подводные камни на сегодняшний день. Да. Сейчас возникла возможность, потребность объединения председателей ОСБГ для решения общих вопросов. Мой партнер по проекту с 2006 года занимается подобным бизнес-проектом. У него уже прописано техническое задание, его наработки можно использовать в нашем проекте ОСБГ. На сегодняшний день мы сейчас ищем группу программистов, которые смогут справиться с данной задачей и поработать вместе с нами. Да, финансирование, конечно, да. Спасибо за внимание.